небушка вон какое хорошее. А холодно. Прям холодно. Ноль. А мне надо на почту. Ну и в аптеку еще надо сходить. Чувствую я себя. Так себе, но надо. И вот, если вчера я столько вот всяких дел переделала, то сегодня совсем по-другому. Одну баночку покрасила, и все. И что-то лежу, пью воду. В общем, не очень себя чувствую. Но надеюсь, что это временное явление. Ладно, сейчас съезжу, посмотрим. Вот. Такси, Максим. Вот еще какой-то магазин построили. Вот эти. Вот я ловлю себя на том, что вот это все же уже при мне тут. Шесть лет назад это был вообще колхоз совсем вот такой, как цыганский рынок. А сейчас строится, строится, открывается, открывается. Правда, там везде одно и то же. Там везде одно и то же во всех магазинах этих. Но все равно цыки стали возить. У нас сколько камуфляжа всякого. Ничего, со временем, конечно, все равно все изменится. Так. Сегодня цыганский рынок же. Народ уже собирается. Да, конечно, они тут, не знаю, с 7, наверное, утра торгуют на таком холоде. Мне нужно вот туда что-то посадить. Но сейчас я не готова. Надо попросить в следующий раз Витю, чтобы он съездил на машине и купил. Что значит чувствуешь себя хреново, так даже ничего не хочется, даже не хочется идти туда. Все, уже и народ схлынул весь. Не знаю, даже моих любимых мандаринов не хочется. Придется, видимо, кашку на воде поесть какое-то время. Всякие цветы. Так, ладно, на почту мне. На почту надо. Вот масло хорошее, но у меня еще есть оно. Такое домашнее. Так, а тут что у нас? Конфет, как много у них покупают. Это сейчас вот просто уже... Все, спал народ. А так стоят вот и ковыряются вот это вот куча. Так, пойду-ка я. Пакетами прям набирают. Куда ж столько сладкого? Вот я говорю, вот эти все магазины, все новые. Все.
кинотеатр, вот этот вот Доброцен. Все это при мне уже. Вообще ничего не было. Поэтому люди возмущаются на меня. Чего возмущаться-то? В любом большом городе России в тысячу раз больше всего, чем тут, несмотря на то, что кажется вот одно и то же у всех. Вот все уже. Уже никого нету. Ну, я себе панкреатин купила. Так больше ничего не хочу. Он как спит на картоночке. Так, ладно. Тут тоже березы продают. Вот увидела. Девочки, а вы знаете, почему ведра пожарные вот такой формы? На этот вопрос не ответили даже передачи «Что, где, когда». А на самом деле, потому что вот этой, ну, более острой вот этой частью, если, допустим, на воде лед там есть, да, наледь какая-то, проще лед разбить. И когда из этого ведра поливаешь, получается так, что вода дальше летит и более прицельно. Вот. Так что пользуйтесь. Вон дерево, как из сказки. Само еще без листочков, все обвитое. В Болгарии очень много таких деревьев. Вот что значит, когда живешь, глаз замыливается, девчонки. Это только первое время так. На все внимание обращаешь, всему удивляешься. А потом уже и не замечаешь ничего этого. Я вон что-нибудь столиком еду, говорю ему, он: да ладно. А я говорю, что? Я говорю, я-то уже многого не вижу. А ты вообще, вон какие желтенькие. Вон какие. Ну вот, практически и до почты дошла. Народу мало. Да это ж не лето. Это лето настанет и начнется. Ой. Поэтому так странно, когда заканчивается лето. И вот так вот идешь по улице. А летом-то движуха. Так, ну ладно, слава богу. Ларисе Артамоновой отправила. Кристине Водивановой отправила. Пока там пробыла, вся мокрая вышла. Там тепло. Так, ну что, пойти к морю, что ли, сходить? Давно не была. Ой, меня вот всегда вот умиляют вот такие растения. Вот эти первые, которые, видите, ну прям листочков нет, какие-то желтенькие цветочки. Господи. Ой. Посмеялись с девчонками над нашими болячками. Ну, там девочки-то моложе меня намного.
работают-то. Лет на 20, наверное, моложе. Она тоже у всех свои болячки. Так, да, надо сходить к морю, а то сегодня хоть небо голубое. Пусть холодно, но все равно поприятней. Вот так наш пляжик выглядит. Какие-то провода валяются, оторванные. Все время странно, сколько летом людей и сейчас. Вот оно всегда красиво. Какие-то тоже, видно, приезжие фотографируются. Ветер ледяной. Мы раньше с Алиночкой ездили зимой на Беляус, а там же море открытое, это тут бухта. И там за зиму, вот знаете, сколько этой обуви на берегу выносит? Просто я не представляю, в каком количестве. Я все смеялась, можно магазин открывать для одноногих. Они же все по одной. И тут тоже что-то мусор какой-то выносит. Но тут мало, а там... Так, ладно, холодно. Посмотрели? Пойду, ветер ледяной, а я вся вышла мокрая с почты. Сейчас позвоню Толику, да поеду домой. Ну ничего, через 2 месяца. В конце мая уже будет движуха-веселуха, уже будет народ, магазинчики будут работать, и все будет как всегда, я так думаю. А почему бы нет, собственно? Ну вот, уже плитка отвалилась.
Вот этот дом как-то незаметно вырос. Здесь стоял старый дом. В нем когда-то был магазин сувениры. И вдруг хопа. Стоит здоровенный дом. Ну что, добрый вечер, мои дорогие. Вот как я удачно вышла. А вышла, потому что Витя позвонил. Говорит, я сейчас приеду. Открывай калитку. Вот сейчас посмотрим. Чего-то он на ночь глядя ко мне. Очень холодно. Прям холодно. Уже так надоел этот холод. На рынке и то возмущается. Так это Витька приехал. Это ты что ли? А что ты откуда-то? Ну я кто? Я. А кто еще? Я сразу через 3 минуты буду. А ты что, заказ снимаешь? Да. Я так и знал. Что ты мне привез там? Красавец. Там вот куры, там нанесли, мне некуда девать эти яйца. Так что кушай на здоровье. Спасибо большое. Как закончится, звони. Я еще припру. Ну, куда мне? Я их не съедаю столько. Сейчас они как раз хорошо несутся. Зимой-то они плохо несутся. А сейчас хорошо. Весна, ладно. Травка пошла. Спасибо, мой дорогой. Ну, здоровья, пока. Спасибо, пока. А я жду тебя с той стороны. Думаю, кто-то тормозит, мужчина какой-то. Конечно. Пока. Ну вот гляньте, приволок мне яиц сколько. Ой, господи. Так, сейчас я их положу на травку. Вот так вот. Не, Витьку, я его прям обожаю. И не только его, и Ольгу его тоже. Но они такие прям. Такие. Сейчас Маська явится ночевать. Я ему дам яичко. Он любит сырые яйца. Но любит вот не магазинные, а вот свои когда. Вот такая вот морда. Так, а я что хочу сказать, мои дорогие. Я купила лекарство в аптеке, приехала, поела немножко, выпила 2 таблетки и легла. Потому что, ну, во-первых, не очень себя чувствовала хорошо. И прям вот устала. Поспала 1.5 часа. Встала. Тьфу-тьфу-тьфу. Прям получше. Так что вот сейчас я еще выпью на ночь 2 таблеточки. Ну и посмотрим, как будет завтра. Ничего сегодня не делала. Получился у меня выходной. Одну баночку только покрасила за весь день, и все, ничего не делала. Ну, надо иногда тоже, тем более, когда ни до чего, сами понимаете. Вот. Ну, завтра вот встану утром, посмотрим. Будет настроение, так я переделаю. Мне вообще надо бы коврик сшить. У меня накопилось серых, как сказать-то, ну, я их сразу обрезаю, там штаны я укорачивала, флисовые. Укорачивала, нарезала сразу ленточек таких на коврик. Ну, в общем, я давно коврики-то уже не делала. Слушайте, давно, 2 года, наверное. Коврики я не делала. Вот, надо вот коврик еще сделать, потому что они истрепываются. Вот. А как-то в своем доме все-таки коврики эти спасают. Все не так тащится с улицы. Вон как солнышко-то уходит. Вон как оно уходит. Ладно, лапусечки мои. Давайте, не болейте. Хорошего вам вечера и спокойной ночи. Вон как. Слушайте, а на камере ярче, желтый яркий. На самом деле не яркий желтый. Вон оно, вон оно, вон оно. Вот, на самом деле оно ушло. А тут еще видно.
вот любитель я рассветов и закатов-то. Ладно, мои хорошие, мои дорогие, я вас целую, обнимаю. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Спасибо. Ну и пока-пока. Все, всем спокойной ночи.